Я знаю этот тренд. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Нет? Она была на гейге. Crazy. Что? Три, два, один, ноль. Вы на канале Мисс Николь. И сегодня мы снимаем челлендж «Угадай тренд лайк». Без звука. Какие же правила? Один из нас надевает наушники. Нам мама включает музыку одного тренда из лайка. Мы начинаем танцевать, показывая другому игроку движение. И он должен отгадать, какая музыка, напеть ее и станцевать тренд. Да, все. И я, в принципе, готова включать первый тренд. Будет у нас первая Никуха. Одеваешь, Никуха, наушники, да, я включаю первый тренд. Мы смотрим, Женя смотрит на Николь и угадывает тренды. Я знаю этот тренд. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да! Да! Тебе засчитывается один балл. Да, один балл. Теперь меняемся наушниками, и я включаю второй тренд для Жека Бро. Да что, Женя? А Николь отгадала! Счет становится 1-1. Меняемся наушниками. Нет? Гаджет. Тун-тун, да? Да. Это тренд. Тренд. Я не знаю, как он танцуется. Но он отгадал. Он сказал, вот это правильно он сказал. Ну тренд. Просто я видела этот тренд, но я его не слышала. И не повторяла никогда. Все, это засчитывается. У нас счет 2-1. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А я включаю следующий тренд. Женя, готов? Да. Окей. Пиво, пиво, водочка плывет по морю лодочкой. Ветер с моря бьет лицо, будто теплой пледочкой. Пиво, пиво, водочка плывет по морю лодочкой. И поцелуй медовый твой так по... Ого, Николь, знаешь весь тренд, всю песню. А Женя, я тебе делаю замечание, потому что ты подпевал. И тем самым немножко... Да, я понимаю, что русская музыка... Нет, я узнала по вот этому. Да, вот и поэтому узнала. Пиво, пиво, водочка плывет по морю лодочка. Ветер с моря бьет в лицо, будто теплой плеточкой. Пиво, пиво, водочка плывет по морю лодочка. И поцелуй медовый твой так пахнет. Лайки. И сейчас становится 2. Два. Засчитываю, Женя, да, Женя не совсем у нас лайкер, да, такой прям. Да, я больше немножко в ТикТоке сижу. А Николь как раз у нас лайкер, поэтому Николь у нас, конечно, профессионалка, но Женя, смотри, он тоже все угадывает, молодец. 3-2. Crazy.
Обалдеть, бегу. Слушай, ты профессионал. Женя, это тот тренд? Да, это тот. Конечно, тот, Николь, ты просто, да, просто красоточка, лайки. Ты просто лайкер. Кстати, у Николь уже на лайки больше 800 тысяч, да, подписчиков. Давайте, пожалуйста, добьем миллион подписчиков в лайке. Ссылка на мой лайк будет в описании. Ну, вообще-то ссылка на Женькин лайк будет тоже в описании. Я знаю этот тренд. Все, да? Да. Но ты не знаешь, как танцуется, да, он, да? Да, там I'm on okay. Да, я помню. Да. Я у Никой смотрела в лайки. Но я тебе засчитываю. Ты не угадал мой трек. Обалдеть, Николь отгадывает с первой секунды, Николь. Это супер, я тебе засчитываю. А еще становится 4. Лайк какой-то кликаю. А, серьезно? Да. Я знаю этот тренд. Что? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Чи. Ха-ха-ха. Тун-тун-тун-тун. Ча! Да! Николь даже постаралась вообще не произносить ни слова, не открывать рот вообще, не подсказывать Жене. Да, у нас падают наушники. А мы... идем дальше! Что? А что за песня, Николь? Коронавирус! Коронавирус! Коронавирус, Николь! Просто чемпионка по лайку. И Женька даже не спорит с этим, да, Женя? Да. Ну? Что? Скажи. Давайте еще раз. Женя, все, ты завис? Жень, ты не знаешь, что это? Ну все, Жень, сдаешься? Николь, ты вырываешься вперед. У вас равный счет. И сейчас Женя, если сейчас не отгадаю, то все. То ничья. А если отгадаешь, если то отгадаю, победа то... будет... Твоей? Твоей? Женя, ты готов запутывать мисс Николь? Да. А теперь Женя, Женя, обрати внимание, что она... Я просто не понимаю, что сейчас Николь показывает. Правильно она тренд показывает? Угу. Да? А так что, Николь у нас чемпионка, ладно? Чемпион, лайк! Лайкеры года! Лайки! Итак, лайкером года становится мисс Николь! Передай
сказали, то, что нужно подписаться. Если у вас красная кнопочка подписаться, нужно обязательно на нее нажать. Если она станет серой, это очень хорошо. А мы передаем приветы! Pink Girl Элина, Маргарита, Анна, Алекс Григорьев, Женя Ахматова. Лайки. А всем пока!